Металл не принесет вода. Спасибо. Игра не стоит свеч, а результат труда. Но я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле злое белое колено пытается меня достать. Голом, голено, коли двину, пытаясь тайну разгадать. Ну зачем я сажаю алюминиевые огурцы? На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле дырки, булки, вилки, ловки, стыдки, тряпки. Здесь тракторы пройдутся мои и упадут в копилки, упадут туда, где я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле. Молодцы! Ну что, Андрей, привет! Привет, привет! Как? Невзначай мы вас тут застали. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, это, собственно, персоной Андрей Кизлярский. Прошу любить и жаловать. Ребята, он еще вам не то сыграет. Ну что, да, если такая реклама, надо петь песню про Кизлярский коньяк. Ну да! С тобой вместе хочу сказать тебе без лести. Не только в песне, с тобой мы вместе. Все честь по чести. Мы чувства нежные утраем, мы вечер при свечах устроим. Мы стол накроем, нас будет двое, лишь мы с тобой. Коньяк кизлярский замечательный, мужчина обаятельный, а ты прекрасный, о, как прекрасный, мне это ясно. Коньяк кизлярский замечательный, да ладно, обязательно. Сейчас он закончит, я еще все с ним ясно. А больше ты не надо. Ты так красива, как надежда, а я влюблю в тебя, как прежде. Ты, конечно, верный, как прежде, нежный, как прежде. И прежних лет, как не бывало, с тобой всегда их было мало. И мы сначала начнем сначала, опять сначала. Ла-ла-ла. Коньяк кизлярский замечательный, мужчина обаятельный, а ты прекрасна, о, как прекрасна, мне это ясно. Коньяк кизлярский замечательный, шоколадом обязательно, и снова вместе споем мы песни, это будет интересно.
Кизелевский зомби чекай. Мужчина обаятель, а ты прекрасен. О, как прекрасно, мне это ясно. Коньяк кизелевский замечательный, он с шоколадом обязательно. Ты снова рядом, ты снова рядом, но больше и не надо. Спасибо. Поздравляю тебя с испачивающим праздником, как сказать. Вот, молодец, творит. Спасибо. Здорово. Я, кстати, вчера на Ютубе опять заходил к тебе. Я одел тут не новинки, так сказано, заново, а что-нибудь выставили. Новенькое. Ничего? Нет у тебя? А вчера у нас концерт был, но, по-моему, там никто не снимал еще. Да? Да. А так здесь периодически бывает. Здесь, да? Да. Ну так, как это? Да, 23-го воскресенья, в час в Доме книги. Ну там мы сборный концерт, там и мы будем тоже. Ага. 23-го, да? Да. Что будет называться у вас там мероприятие? Киномузабос по творчеству группы «Чайф» 23 апреля, 13:00, Доме книги. Так что запомните, люди, в Доме книги будет все происходить. Дом книги, 23 апреля, воскресенье, 13:00. Прошу любить и жаловать Андрея Кизлевской, собственной персоной! Затерялся старый дом, потерялись люди в нем, а к тому дому не дорожки, замутились окошки, все вокруг и замело, до ворота повело. Крыши две тарелки, триколорны и не мелки, чтобы с миром дочки связь не совсем оборвалась. Да там покажут и мне мало, да все сплошные сериалы, а вокруг зеленый лес высотою до небес. Правды не дай сил, в ожидании зависли, в ожидании ничего, неизвестно от кого. А в голове четыре тромба, на все взорвала зомбобомба, а вокруг зеленый лес высотою до небес. И ни выхода, ни хода для уснувшего народа. Затерялся старый дом, потерялись люди в нем. Принести букет за росной дали, чтоб когда откроешь ты глаза, те цветы у ног твоих лежали. Чтоб когда откроешь ты глаза, те цветы у ног твоих лежали. А еще я ночью прилетел, по дороге звезды собирая. Я бы стражем быть твоим хотел, вереницу звезд оберегая. Пред тобой стою над хмельной, хмель любви моим рассудком правит. И я знаю,
что никто другой сердце чаще биться не заставит. И я знаю, что никто другой сердце чаще биться не заставит. Ты сошла босая на крыльцо и меня водою угощаешь. И я знаю, что никто другой сердце чаще биться не заставит. Я еще тебе пожму твою руку благодарственным таким образом. Ну что, дерзай. Спасибо. Успехов в творчестве. Всего хорошего. Спасибо.